Куратором данного проекта являлась кафедра социальной педагогики нашего университета во главе с ректором университета. Данный проект был создан при поддержке фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации и направлен на содействие психологической адаптации детей сирот, которые уже воспитываются в замещающих семьях. Здесь и опекаемые дети, и приемные дети. В проекте в целом принимали участие около 40 детей, ну и, соответственно, 40 родителей, то есть это такая целевая группа. И в течение этого года, начиная с апреля 2011 года, вот по 30 марта, данный проект реализовался рядом мероприятий. Сегодня у нас завершающий итог, у нас сегодня последнее мероприятие, это семинар итоговый для родителей, для детей, где мы подводим основные итоги, благодарим за участие, ну и, конечно же, как же без подарка. Но, может быть, это будут какие-то другие формы, потому что мы понимаем прекрасно, что одно и то же бесконечно повторяться не может. Но я думаю, что разработчики проектов, которые такую замечательную идею воплотили, предложат что-то интересное и новое в данной области. Ну, я предлагаю, все-таки, если мы будем дальше двигаться, значит, поездки на море их надо сохранить, да? Это...